Ношение медицинских масок никто не отменял. Сегодня сотрудники управления полиции на блокпосту, расположенном рядом с поселком Желаево, раздавали водителям средства индивидуальной защиты. Подобные благотворительные акции проходят на постах часто. Стражи порядка призывают жителей области соблюдать меры предосторожности и беречь свое здоровье. Блокпост работает круглосуточно. Здесь трудятся 4 инспектора и медработник, которые при необходимости проверяют проезжающих. Ежедневно проходит около 700-800 машин. Примерно поэтому сейчас в данный момент наши сотрудники, то есть полиция, вот такая вот благотворительность, как раздаем маски, перчатки, антисептик, поэтому граждане сейчас в данный момент все соблюдают меры, поэтому меры безопасности. В основном, по словам полицейских, здесь проезжают одни и те же автомобили по нескольку раз за день. И сейчас нарушений со стороны населения не регистрируются. Сами водители говорят, что стараются соблюдать все карантинные меры. Носят маски, не пересекают блокпост без веской надобности и советуют населению быть предельно осторожными. Перчатки, маски одевать всегда везде. В магазины, на заправках, в машине даже ехать. Ежедневно в регионе увеличивается количество заболевших коронавирусной инфекцией. Единственное, что мы можем сделать, чтобы сохранить здоровье свое и своих близких, это носить маски, медицинские перчатки и пользоваться антисептиками. Юлия Мутылова, Талгат Муратбаев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжейк.